Всю свою сознательную жизнь Юж провел в прекрасном мире, собирая яблоки и выпивая капельки дождя с листьев. Однажды этот любознательный житель Фиолетовой Поляны задумал совершить великое путешествие с целью понять, что же существует за пределами его родного места – Полянки, где всегда присутствовали лишь яркие краски и чувства в их визуальном выражении. Его интересовали инструменты, с помощью которых он смог бы решить те или иные задачи. До поздней ночи ежик решал, что именно взять с собой в путешествие. Ежу было просто интересно, как устроен мир вне поляны. Он хотел открыть в себе нечто новое, сконцентрироваться на взаимодействии с тем, что находилось для него вовне. Проснувшись ранним утром, еж взял с собой лишь самое важное – сочное спелое яблоко. Утренний туман создавал образ, будто ежик и яблоко сливаются в неповторимой гармонии, являясь единым целым. Стоя на краю пропасти, там, где поляна заканчивалась, ежик оглядел темный лес, через который ему предстояло пройти. Он не знал, что есть страх, поэтому с большой внутренней улыбкой, появившейся из чувства осознания безграничной красоты, задумался. «Уйду один и вернусь один», подумал ежик в предвкушении впечатлений, которые навсегда останутся в нем, ибо таков был замысел. Mm-hmm.